Шериф давно не появлялся в Дедвуд, старик Мортон нехорошие слухи разносит по салуну. Не могли бы вы проверить раньше старика? Завтра мы поедем на дальний кордон и сделаем круг через его ранчо. Спасибо, шериф, ваши слова меня успокоили. То он вам почему такие переживания? Просто знакомый приятный старик часто скупается у нас. Мы решим этот вопрос, думаю, вы зря переживаете. Мне пора, есть еще дело. Буду ждать тебя в 6 в офисе. До свидания.